Друзья, я приветствую всех на своем канале «Сама себе огород». Сегодня хочу сделать обзор своей клубники, которая растет сейчас в теплице. И посадила я ее осенью. И мне понравилось то, что это клубника, которая она плодоносит все лето, ремонтантная. Но название не знаю, потому что мне просто меня наделили кустиками. И вот так вот я выращиваю уже второй год. Она мне нравится тем, что плодоносит до самых холодов. Поэтому мне больше понравилось выращивать ее именно в теплице. Конечно, она в открытом грунте тоже растет хорошо. Но когда похолодает осенью, уже ягодки маленькие и не успевают дозревать. А в теплице все же больше они дозревают осенью. Вот сегодня у нас 16 мая. И обратите внимание, сколько уже красных ягодок. Поэтому я уже одну сторону своей теплицы, там, где выращивала постоянно томаты, я решила выращивать клубнику. Вот уже сколько краснеет. Боковинки красные. Такой вот урожайный сорт. Ну, конечно, по интернету видела и более урожайные, но я и этому рада. Дело в том, что сегодня 16 мая, на улице еще только цветет, хотя под укрывным материалом заморозки у нас были чуть ли не до середины мая. И подмерзло, конечно, много, но постоянно надо было укрывать. А здесь я не укрывала. Но если бы еще и укрывала, может быть, еще раньше бы они начали появляться ягодки. Вот эти, друзья, о чем я хотела с вами сегодня поделиться. Это здесь у меня было место свободное. Я высадила свой перчик, который вырос с Нового года. Но он перестрадал здесь и морозы, и хотя укрывала, но перец, он теплолюбивое растение. Но подкормлю, потеплеет сейчас, я думаю, наберется. Вот и все, друзья, о чем я хотела с вами сегодня поделиться. Клубникой, которая у меня растет в теплице. Конечно, я ее чистила сразу после осени, поливала аммиачным этим спиртом 2 столовые ложки на 10 литров воды и подкармливала. Вот и все, друзья. Теперь с вами попрощаюсь. Спасибо всем за внимание. До новых встреч.